А мы где находимся? А в Таванде. Что мы здесь делаем? Ну, мы тут живем. Зачем? Ну, не знаю. А когда мы уедем? Ну, тоже не знаю. А что ты видел в Таиланде? Я видел там много чего. Я много чего там видел. Тайцев? Да. А тайцы какие, добрые или злые? Не знаю. Ты что здесь кушал? Ну, я тут кушал. Не знаю. Тебе в Таиланде нравится? Да. Ты же купался в море? Нет. А в бассейне? Тоже нет. А будешь купаться? Да. Снежные. Правильно, Миша. Это микрофон, тогда надо говорить. Можешь взять микрофон, что-нибудь сказать? Снежные тут. Что снежное? Тут есть зима. Угу. Таван. Китайцы тут есть, и ее где хотя бы не вижу, угу. Потому что тут их не видно. Они что, прячутся? Нет. Они не прячутся просто, они просто на улице. А, они на улице. Угу. Да, они на улице. Еще возьми микрофон, еще расскажи про Таиланд что-нибудь. Там есть много машин. Ой. Угу. Много домиков. Да. Тут живем. Давай покажем, как тут все сделано. Давай ты будешь экскурсоводом. Посмотри. Посмотрите, да? Да, посмотри. Угу. Что я сделал это? Давай, возьмем микрофон и расскажем еще что-нибудь. Тут, посмотри, иди, снежные. Угу. Вот это хотя бы сюда не пошел. Фучняк. Тут вообще тебе снег. Угу. А снег-то не вообще тебе. О, хватит тебе. Мне надоело.